капает. Когда капает дождь, он потом впитывается на небо и получается облако. А как он впитывается на небо? Он же капает вниз? Угу. Ну? А потом... Не поняла ты, как и получается дождь? Да. Так, сейчас разберемся. А ты как думала, как получаются облака? У тебя какая версия была? У меня была версия, что они из космоса. А, точно, из космоса они к нам прилетают. Так, сейчас, значит, будем разбираться, откуда берут. Итак, сегодня мы проведем эксперимент, как образуются облака. Эта баночка специальная, чтобы мы провели этот эксперимент. А это обычная баночка, чтобы мы тоже провели этот эксперимент. Вот в этой баночке мы набираем во внешнюю часть водички, чтобы в серединку не попало. А сюда мы просто пол баночки наливаем. А потом мы ставим под вот ту настольную лампу. Мы ставим эти две баночки. И будем снимать, как испаряется вода. И когда вот в этой баночке специально испарится, в серединке должна оказаться речка. Ну все, пойдемте теперь набирать воду. Получилось, центр не набрала? Угу. Набираем следующую баночку. Теперь мы включим эту настольную желтую лампу и посмотрим, что будет. А зачем лампу включаешь? Лампа будет у нас вместо солнца. Ведь на улице эксперимент может неправильно провестись, потому что то дожди будут идти, то ветры идут, все сдует или все. Да, и сегодня солнца у нас не очень много. Да. Хотя можно поставить такую же баночку и на улице. Сейчас мы оставляем и будем за этим наблюдать. Все-таки мы еще решили сделать одну баночку на улице. Сейчас мы ее сюда на карету поставим, на естественное солнце. И мы тут тоже посмотрим, что произойдет с этой водичкой. Все, ставь. Эксперимент. Начинается. И вот что у нас вышло. Теперь мы пришли, а тут вот повсюду такие вот капли. Что? Какие-то капли. А если крышку снять? А если крышку снять, что будем? Что будет? А если мы снимем книжку, то... Крышку, а не книжку. Если мы снимем крышку, то с ней чуть-чуть покапает, а потом все. Капает. Значит, что получилось? Вода испарялась от солнца. Да, вода испарялась от солнца. И вот, а пар, когда охлаждается, да, становится опять капельками воды. Да, он опять становится капельками воды. А когда я открыла крышку, отсюда вот полилось. Три капли, четыре, пять. Ну и как будто это что? Как будто это дождик. Да. Только и очень маленький дождик. Точно. 3-4-5 капелек. Ну а теперь пойдем в группу посмотрим. Уже прошло 6 часов эксперимента. Сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Вот на этой баночке такая же стояла на улице. Только тут сейчас посмотрим, что у нас будет. И ничего не будет. Есть водичка по краям, да, банки, и немного на крышке. Да, одна капля. Но вот это... сюда упала одна капля с крышки. Отсюда. Получается, где лучше испарялась вода, под лампой или на улице?
На улице. На улице вода лучше испарялась. Значит, солнце все-таки солнце нагревало лучше воду, чем лампа, да? Угу. А там что-нибудь? В серединку ткни пальцем, водичка хоть нет в эту. Нет, еще сухо? Нет, сухо. Значит, будем продолжать? Эксперимент. Значит, будем продолжать эксперимент. Так, сегодня у нас, кстати, специальный баночка экспериментного талза. Завтра мы будем его продолжать. И на завтра мы эту специальную зеленую баночку вынесем на улицу на естественное солнце. Посмотрим, что будет, когда мы эксперимент сделаем на естественном солнце. Итак, у нас второй день эксперимента. Сейчас мы посмотрим, что у нас с зеленой баночкой под естественным солнцем. Аккуратно. Ой. Ну. Тут на крышке на углу. Ой. Тут на крышке. Вот. Тут на крышке вода. Ну это сверху, а там внутри. А внутри там. В серединке чуть-чуть, а вот в серединке мало, очень мало. Но появилась вода в серединке? Да, появилась. Ну, получается, что вода испарялась. Да, она испарялась, а потом вот с этого уголка падала в эту серединку. Угу. Вот как бы вот этот уголочек, это тучка. Угу. Вот этот уголочек, это тучка. И вот с этой малюсенькой тучки... Упала вот сюда. Капельки свалились вот сюда. Ну, и как тогда, откуда берется дождь? А дождь берется так же. Только мы поставили маленькую воду под естественное солнце. А вот в реках и озерах, и в лужах от них испаряется под солнцем вода. И у них испаряется вода. И... А что значит испаряется? Испаряется это когда под солнцем вода становится паром и поднимается наверх. А потом, когда этот пар остужается, он превращается в капли, а когда становится тяжелый, падает на землю в виде дождя. Эксперимент удался сегодня? Да, сегодня чуть-чуть удался.